Преображается не только областной центр, но и сельские районы. И во многом селяне обязаны курским дорожникам. Новые магистрали с твердым покрытием придут в глубинку на смену грунтовым. Подробнее о планах большого дорожного строительства расскажет Екатерина Болдырева. В 2011 году в нашем регионе появилось 5 новых сельских дорог, комфортных и современных. Одна из них соединила 3 деревни Октябрьского района – Лобозовку, Гремячку и Юрьевку. Вперед без дороги куда, ни проехать, ни пройти. Все, грязь, вон машина, видите, какая стоит Нива? Только на ней выезжать было. Больше не иначе. А сейчас все, благодать. И по деревне, и поверху, хоть куда. Раньше плохо было, грязь. Сейчас хорошо. Сейчас, да, ездит все быстро. Сделали дороги, все стали приобретать машины. Машин в нашем селе очень много. У ребят есть даже по 5, по 6 машин. И КамАЗы, и крутые машины, дорогие, и обыкновенные жигулевские машины. И все очень благодарны им. Ко мне сыновья ездят. Не то, что как раньше в резиновых сапогах по самое колено ходили. Сегодня 920 населенных пунктов области не обеспечены дорогами с твердым покрытием. Над решением дорожного вопроса будут работать совместно местные и федеральные бюджеты. В том году было выделено, пока столько же в этом году на всю страну. Я понимаю, что это немного. Условия такие. 10 миллионов на километр дают они, остальная, значит, доплата за счет территориального бюджета. Это реально еще 15 миллионов. В 2012-м новые асфальтовые дороги появятся еще в 20 населенных пунктах области. А это значит, еще 2500 курян получат современное дорожное сообщение. Екатерина Болдырева, Алексей Еременко, телеканал «7».